Я приветствую вас, с вами вновь Александр. Сегодня я хочу рассказать вам о коляске австралийского бренда Valka Baby. Это коляска в компании вообще, о которой я буду говорить, она позиционируется как всесезонная, то бишь она очень хорошо подходит и для зимы, и для лета. Модель называется Snap Ultra. И что же из себя представляет коляска Snap Ultra? Она предназначена для детей с самого рождения и, как бы это удивительно ни звучало, но до 5 лет и 30 килограмм. Это большая редкость, потому что в среднем коляски рассчитаны, если с рождения, то до 3 лет, ну, ориентировочно не больше 15-18 килограмм. А это выдерживает аж 30 килограмм, или аж до 5 лет. Поэтому вы ее покупаете надолго. Что интересного в этой коляске? Вот мне в первую очередь бросилось в глаза то, что ручка у этой коляски, она хоть и удобна и очень хорошо подходит лично под мой рост, именно там, где надо ручка, мне проблем бы не составило гулять с ребенком, но у людей с другим ростом могут возникнуть проблемы, которые они не смогут отрегулировать ручку под себя. Еще, кстати, здесь есть необычный такой ремешок. Одеваем его вот так на руку и гуляем. Он сделан для того, чтобы у вас случайно дорогу переходите там, перед светофором, чтобы не укатилась как-нибудь случайно коляска. Интересно, по крайней мере. Что касается капюшона в этой коляске, то мне кажется, этот капюшон можно вообще добавить в книгу рекордов Гиннесса, особенно ее гигантский, огромный размер. Он сейчас в самом компактном виде разложен. Ну, можно, в принципе, вот так сделать, но это он не разложен. Вот так вот, он уже большой, но есть еще возможность. Открываем замочек, превращаем его в здоровенный. Открываем еще один замочек. Можно взрослому человеку, мне кажется, залезть под этот капюшон. Единственное, вот здесь 4 секции, но третья секция, она продуваемая. Это такая вот очень, очень сильно плотная сеточка. Летнее время года будет очень хорошо для солнечных ванн ребенка. Закрываем обратно. Сама ткань, она очень плотная и, в принципе, на какое-то время спасет вашего ребенка от дождя. Быстро она не промокнет, но, в принципе, она вообще не должна промокнуть. Ткань такая очень хорошая. Так, и я, как уже сказал вначале, она предназначена для использования круглый год. Здесь в комплектацию входит накидка, она очень-очень плотная, хорошо будет хранить тепло, не продувать. Это накидочка на ножки, которая идет в комплекте. Я повторюсь, вот сейчас я покажу, как она выглядит. Скрепится она простыми резинками с крючком и надевается на подножку ребенка. Вот можете увидеть, какая она внутри, очень плотная. Есть козырек, чтобы в лицо ветер ребенку не дул. Также есть большие карманы для каких-нибудь игрушек ребенка. Есть также один большой карман, который полностью идет по всему кругу этой накидки. Вот он. Здесь можно руки касаются друг друга, он сквозной. Так что такая комплектация очень круто. Вот. Что касается безопасности ребенка. В коляске установлена система 5 точечных ремней с мягкими накладками на плечевую зону ребенка, чтобы он не повреждал плечи. Система, в принципе, стандартная, как и везде, 5 точек. И еще для безопасности здесь установлен очень такой жесткий, крепкий бампер. И, собственно, это все, что касается именно безопасности ребенка. Установлена также подножка, которая опускается с помощью нажатия двух клавиш. Нажали, опустилась. Чтобы поднять, не нужно нажимать клавиши, просто поднимаем и все. Регулировка наклона спинки реализована с помощью системы ремней. Это, в принципе, самая надежная система.
Никаких особо механических частей здесь нету и ломаться нечего, поэтому это надолго. Нажимаем вот здесь такую прищепочку, опускаем вниз. Заметили, нет никаких ступеней, где вам нужно, там и остановили. Получается полностью горизонтальное положение. Поднимаем подножку и выравниваем полностью. Вот, смотрите, как это выглядит. Все очень просто. Регулируется назад, тоже поднимаем спинку, тянем ремень. Все, фиксируем, поехали дальше. Еще есть особенность очень приятная у этого прогулочного модуля. Можно его устанавливать как по ходу движения, так и против хода движения. Вот таким образом. Так как эта коляска предназначена для и новорожденных детей в том числе, новорожденным детям нужно обязательно ездить лицом к маме. Что касается самого шасси. Шасси здесь алюминиевое, благодаря чему обеспечена очень хорошая жесткость всей конструкции и в то же время легкость. Весь вес прогулочного блока 8,2 килограмма. Это, в принципе, очень легкий вес для коляски, которая выдерживает ребенка в 30 килограмм, весом в 30 килограмм. Колеса на шасси установлены прорезиненные, они не надувные, но в то же время мягкие, с большим ресурсом. Не будет шанса как-то внезапно на прогулке где-то проколоть их. Это очень удобно. Передние колеса здесь тоже большие. На раме, на шасси тоже неплохой клиренс, поэтому зимой там шкрябать там об снег еще что-то вы не будете. И если все-таки попадете в снег, можно заблокировать передние колеса и спокойно преодолевать неровности. С заблокированными колесами это сделать гораздо легче. Все, ставим обратно. И вы наверняка уже заметили этот большой, реально он очень большой, багажный отсек с очень удобным доступом в этот отсек. Можно даже положить что-то крупногабаритное, может, в магазин сходили, там арбуз можно положить, в конце концов он туда влезет. Вот. И здесь установлена самая, на мой взгляд, удобная и правильная система тормоза коляски. Мы нажимаем «блокируем». И чтобы разблокировать, не нужно обратной стороной обуви нажимать никаких там педалей и портить свою обувь. Нужно также нажать сверху и разблокируем. На мой взгляд, это самая правильная система тормоза в колясках. Вот. Ну а что касается того, как это шасси складывается. Складывается она достаточно просто. Единственное, дам небольшой совет будущему владельцу или владелице этой коляски. Я бы посоветовал для начала снять прогулочный модуль с коляски, с шасси, потому что если складывать вместе, слишком оно получается громоздкое. Лучше разделить на две части, так получится очень даже компактная конструкция. Чтобы сложить, нажимаем кнопочку с левой стороны, она сама заблокируется, и потом нажимаем кнопочку здесь на ручке. И поднимаем наверх, опускаем. Все это фиксируется вот этим вот фиксатором, чтобы она сама по себе не разложилась. Она очень легкая, шасси. Чтобы разложить обратно, отгибаем фиксатор и ставим всю конструкцию обратно с прогулочным блоком. И это, в принципе, все, что я хотел рассказать вам про эту интересную коляску. На мой взгляд, это очень такой интересный продукт. В принципе, давайте подытожим. У меня сложилось хорошее впечатление об этой коляске, потому что это уникальная в своем роде немножко коляска. До 5 лет 30 килограмм выдерживает эта коляска. Это очень круто. Мне понравилась ее комплектация. Это накидка, закрывающая ребенка зимой. Огромный капюшон. Он реально огромный. Сама ткань очень качественная, тактильная, она приятная, мягкая. При долгих прогулках ребенок будет себя нормально чувствовать. Также очень крепкое, хорошее шасси, легкая конструкция, большое багажное отделение, моя любимая система тормоза, которая не портит обувь, и хорошие колеса. В принципе, здесь все сделано очень даже неплохо, поэтому
Я бы все-таки рекомендовал обратить на ее внимание, если вы ищете хорошую коляску, которую покупаете надолго, основательно. И можете, в принципе, приехать в магазин, сравнить ее с другими колясками и убедиться в том, что она реально неплохая. Но, в принципе, выбор, как всегда, остается за вами. И мне бы хотелось поблагодарить магазин «Первая коляска», которая предоставила нам коляску на этот обзор. И, собственно, с вами был Александр. Подписывайтесь на мой канал и удачи вам, всего доброго!